Это скворец. Под клювом желтенькое у него, Коль. Любовь, слышишь? Грудка пестренькая. Кто? Сидит. О, наклони головку-то. А нет, сорочья славка. Сорочья славка, наконец, я тут увидел. Утиные яйца, которые продаются только в районе Сурат-Тани. Вот такое вот яйцо, оно вывалено в зале. Очень возьмешь в руки, все руки в зале. Внутри этого яйца белок жидкий, желток твердый. Белок соленый, очень желток не соленый. Вот очень интересные яйца. Это фишка Сурат-Тани. Кажется. По-моему, ягулярис самка. Придорожной тайской едальни мы кушаем супчик родна, называется, с лапшой и прочими ингредиентами, широкой лапшой, оранж карри и паттай, а не паттай, хаупат, жареный рис. Вечер. На море большой отлив. Вот это все тайцы. Они вышли собирать ракушек. И там тайцы. Очень арой мак-мак. Очень вкусные ракушки. Большой отлив. О, нет, это не тайцы, хоть опять прогуливаются. Вон тайцы ходят. Собирает ведро ракушки.
вот он там так собирает. Он выковыривает из мокрого песка. Вон у нее уже полная сетка ракушек. О, и полное ведро уже, и ведро, и сетка. О, кушать сегодня буду с удовольствием. Какие ракушки они собирают. Вот. Вот таких ракушек собирают, оттуда в него жарят или варят, потом оттуда вынимают и едят. Даже в море собирают, ныряют, собирают, ногой нащупают, потом раз и берут. Риповые выступы тоже полно тайцев, собирающих ракушки. Белые ходят просто так, а тайцы ходят за ракушками. Вот молодцы многие, вот такими детишками ходят, в колясочках, с маленькими, не чета нашим двум. Thank you.
Федор. Маленькая. И у моря едим дорогущую по 300 рублей вот это вот блюдо. Свежак, только что лежали. Рыба, к сожалению, плохо видно, потому что кимоно. Пахнет пряностями какими-то. Нектарница. Нектарница. Это опять, по-моему, регулярность. Там другая была на фото. Похоже на гнездо нектарницы, хотя может быть муравейник. Массаж. Массаж рядом с морем. Чуть-чуть капает дождь сегодня. Вот нарисовано, куда чего массаж стопы делать. Массаж продолжается. Шею массажируют. Кайф. Вечный кайф. Тут яхта. Сейчас море подошло ближе к берегу, прилив. И вот яхта подошла. Там какие-то, наверное, олигархи. Или полуолигархи. Даже чей флаг непонятно. Похоже, что малайский флаг. Ой, не, пардон, не малайский. Камбоджа. Это, похоже, издалека плохо различается. Вернулись. Даже яхта. Оп. Катамаран. Яхта-катамаран. Ноги ломают.
вот укусил. И все равно вечный кайф. Пын по-тайски. Вот какие-то... Ой, вот, вон они. Ух ты, мелкие. Мелкие пчелы. Висит на таком вот дереве. Так они завозят каждый день лед. Агарика? Агарика, Агарика. Ну, кидай ко мне, в каре. Поэтому, а давай еще одну. Мне... Хватит, все. А мне их много. Не, мне хватит Агарика. Рядом сидит китаец, тайка, и тоже кушают. Что-то типа супа под листья взяли и выливают это на рис, яйцом и кушают. И запивают еще этой лисочкой. Слезки желта гуздок бюльбюлей. Два маленьких. Денечка, головки.